Стрельба из лука – древнейший вид спорта, который овеян легендами и мифами, связанными с греческой богиней Артемидой и с защитником бедных Робин Гудом. Сегодня любителей пострелять немало. Именно поэтому для одинцовских лучников на базе недавно открытой студии «Живой истории Хронотоп» было решено обустроить тир и провести первый любительский турнир. Мы подумали, что студия без какого-то прикладного момента, где можно было бы демонстрировать все это, она была бы неполной. Поэтому мы арендовали дополнительную территорию, оборудовали ее зоной безопасности, сделали освещение, приобрели оборудование и готовы проводить здесь занятия по стрельбе из лука, арбалета, метанию ножа. Есть запросы еще на другие дисциплины. Скорее всего, у нас здесь появится спортивный меч. Стрельба из лука – процесс непростой. Это целое искусство, познать которое удается не каждому. Полное спокойствие, гармония с внутренним миром и правильное дыхание помогут вовремя отпустить тетиву. Ну а чтобы достичь высокого мастерства, потребуются годы практики и терпения. В свое время огнестрельное оружие вытеснило лук. Хотя на своем раннем развитии оно обладало гораздо меньшей дальнобойностью, меньшей пробивной способностью. Вот. Но оно вытеснило лук именно потому, что нужно было меньше времени уделить на подготовку средненького стрелка. Так вот, средний стрелок из лука воспитывается за один год ежедневных занятий, а средний стрелок из того же автомата или винтовки на сегодняшний день достаточно двухнедельного месячного курса. Лук и стрелы существуют уже тысячи лет. На протяжении всего этого времени они служили для добычи пищи, защиты и развлечения. Сегодня для многих это не просто хобби, но и серьезный вид спорта, в котором важна точность и внимание. Латышев Иван – кандидат в мастера спорта. За плечами 14-летнего юноша престижные чемпионаты и турниры по классической стрельбе из лука. Желание заниматься этим видом спорта у молодого человека возникло в раннем возрасте. Все началось с того, что я сказал своему папе, что один раз увидел просто в фильме, я вдохновился этим, начал интересоваться, что такое, и в один прекрасный день сказал папе, я хочу стрелять из лука. Этот прекрасный день был в 4 года, и с этого момента мы с ним начали тренироваться, то есть именно с этого началась моя спортивная карьера. Проверить свои возможности в стрельбе из классического лука, познакомиться с этим видом искусства и провести время с пользой можно ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Более подробная информация на официальном сайте студии «Живой истории» «Хронотоп». Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».